Всем привет, с вами Саня и мастерская «Сами с ключами». Сегодня мы будем менять масло в заднем мосту. Для начала нам надо поднять одну сторону машины на домкрате. Чтобы раскрутить нижнюю пробку на заднем мосту, вам необходим ключ. По крайней мере, у меня ключ квадратный, не шестигранник, а именно квадрат. Квадрат на 10. Ну, у вас, конечно, может быть и болт уже приваренный, но у меня лично квадрат. Приступаем к самому сливанию масла. Как видите, вот задний мост, вот эта вот пробочка, та самая пробка, которая вам нужна для слива. Может понадобиться силы, чтобы ее сорвать. Полилось старое грязное масло. После того, как масло слилось, закручиваем обратно пробку на место и откручиваем заливной болт. Чтобы залить масло в мост, вам необходим шприц. Шприц стоит в магазине, по крайней мере, у нас 60 рублей. Масло я заливаю под 17. Но никому советовать не буду. Заливайте кто что хочет. Да без разницы. Только я зимой-то поездил. Вставляю шприц в отверстие и дай. Заливаем масло до тех пор, пока оно не начнет сочиться через эту же пробку. Как вы видите, потекло масло, значит, она полная заднего. Закручиваем на место пробку. Да что тебе? И затягиваем ее ключом. После того, как затянули пробку, вытираем за собой все подтеки масла. И все, данная процедура закончена. Заходите в нашу группу ВКонтакте, смотрите новое видео. Всем пока!